закуски ту с креветками вы приготовите за 10-150 минут. Это отличная закуска к вину, легкая, простая в приготовлении, нехитрая. Вареные креветки надо обжарить на масле со специями, багет запечь, все. Креветки любят масло, чеснок, сыр, моцареллу, поэтому свою брускетту можете каждый раз готовить иначе. К ней также подойдут помидоры, сладкий и горький перец, не бойтесь экспериментировать. Как приготовить брускетту с креветками? Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Теперь о составе нашего блюда. Багет 1 штука. Масло оливковое 2-3 столовые ложек. Масло сливочное 30-50 грамм. Чеснок 2 зубчика. Молотый чили по вкусу. Креветки вареные 200 грамм. Количество порций 3-4. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Жду вас снова.